Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. И сегодня мы начнем проходить долгожданное дополнение для одной из, пожалуй, самых интересных игр, в которых я играл. Dying Light, Угасающий свет. А дополнение называется The Following, или как можно перевести следующие служители, как-то так. Вот оно, это дополнение. Я удалил старого персонажа, потому что им было бы и просто неинтересно проходить. Создал нового в основной кампании. Тут такая система. Надо в основной пройти первую главу, там, ну, начало самое, да, завязку. И тогда можно уже начинать The Following. У меня практически нулевый персонаж. И давайте приступим. Обещают сюжет огромный, ну, территория больше Харана в несколько раз. Это будет очень и очень интересно. Основная сюжетная линия The Following должна растянуться, по заверениям разработчиков, на целых 10 часов. Предыстория такая. После того, как мы убили Раиса, жизнь в Харане лучше не стала. Она стала только хуже. Антизин кончается, блокада военная продолжается. В общем, все плохо. И становится понятно, что лишь вопрос времени, когда зараженные обратятся и полностью все население погибнет. Однако, патрулю попадается раненый мужчина, который знает, как выбраться из Харана. И это самое интересное. Давайте приступим. Дополнение The Following рассчитано на опытных игроков Dying Light, то есть на таких рачков, как мы. Советуем выбрать персонажа с уровнем выживаемости не ниже 12. Уверены, что хотите продолжить? Наш уровень не больше 3, по-моему, там, или 4. Вперед! Да, конечно, на нормальном. Попробуем. Во мне покоится любовь, подобие которой ты едва ли можешь представить себе. Если я не смогу удовлетвориться в одном, я дам себе волю в ином. Франкенштейн. Нет, не надо, прошу, не заставляй меня. Значит, он рассказывал о волшебстве и прирученных зомби. Студия Тэтчленд. Он рассказывал о людях, которые не заражаются, даже если их укусят. В бреду и не такое говорят. Warner Brothers Game. Посмотри на эту карту. Это же похоже выход из Харана. У нас заканчивается антизин. Мы должны цепляться за любую возможность. Мы не можем больше ждать. Угасающий свет. Следующие. Нет, не суйся туда, не суйся. Ты не понимаешь, матерь. Какая это матерь? И все-таки наш герой пошел. Ну, потому что выхода нет. Либо помирать медленно, либо рискнуть и, может быть, спастись из погибающего Харана. Пригород. Пригород я люблю. Ребята подобрали тяжело раненого мужчину. Он бредит о каких-то людях с иммунитетом к вирусу. У него была карта с выходом из Харана. Заболевших становится все больше, а антизин уже на исходе. И исследования Камдена пока результатов не приносят. Приходится цепляться за каждую соломинку. Так. Я одними трубами вооружен. Короче, я полный бомж. Давайте сразу глянем на нашего персонажа. Где тут она у нас? Навыки. Да, это я все знаю. Ну, короче, 3 уровень у нас, как я и сказал. Уровень выживаемости. Да, замечательно. Я могу делать отмычки. Это уже бонус. Представляете, как нам тяжело будет, да? Ну, вначале, потом, конечно, мы это все дело подтянем и так далее. Да, конечно. Уклоняйся так, что в стороны или назад. Да, это понятно. Жопа. Так, оглушение. Научиться атаковать высокой точности. Попадание тупым оружием в голову врага может его оглушить. Согласен.
Ну, как бы, а он нам не дают выбора, что тут прокачать. Это, как бы, первые навыки в каждом древе. О, еще вождение. И уровень легенды появился. Интересно, интересно. Ладно. Приступаем к самонагибу. Иначе это никак не назовешь. Так, я помню вот это, да, у нас? Чё полезного есть? Ничего тут полезного нету. Тихо. Сейчас посмотрим. Ага. Чем-то Скайрим напоминает. Всякие подводные гроты, вот это, как бы, да, есть такое. Так. Давай, давай, давай. Рачишка, не утони, смотри мне тут. Так, наверняка нам сюда. Здесь никаких предметов, ничего нету. Да, ничего нету. Предметов нету. Ничего нету. Все плохо. О, какой музончик-то опасный пошел. Музончик-то намекает, что все может быть очень даже бомбалыло. Да. Никто не знает, чем закончится наше путешествие здесь. Точнее, как, вообще начнутся ли они? Потому что... Ух, какая красота. Вот это да. Лена, do you copy? Лена, как слышно? Крейн, черт, связь прерывается. Слушай, твой одноглазый чокнутый пациент говорил правду. Вдруг его рассказывают о людях, которые не обращаются. Кайл, он умер этим утром. Болезнь забрала его. Боюсь, тебе придется все уяснить самому. Выяснить, да. Лена, Лена. Связи нет, ни хрена нет, понятно. Так, прыгать, наверное, не рекомендуется для здоровья. Значит, сюда. Опаньки. Какие-то, наверное, указатели, оранжевые полоски какие-то. Давай. Тихо, нагибчик не надо. Вот. Бомбалело. Тихо. Ай-яй-яй. Молодец. Какой я молодец. Я красавчик. Все получается. Все хорошо. Ага, точно. Вот где эти оранжевые ленточки, значит, туда надо. Ничего, Аркутагин-то. Опыт имеет. Опаньки. Давай, давай. Мы-то, ребята, с вами по паркуру туда-сюда. Мы тут такие трейсеры, парковщики, паркурщики. Вы же сами знаете. Мы тут любому фору дадим. Чемпионы мира. А уж как мы нагибали, какое у нас оружие было. Я решил отказаться, но будет слишком легко, я знаю. Такая игра, ее надо проходить по хардкору. Но единственный уровень сложности я поставил нормальный. Вот, потому что проходить вообще таким, как у меня, нулевым персонажем сейчас, на чем-то более сложном, не, не думаю. Не стоит. Так, ну вот я здесь. Что дальше? Не понял. Что дальше-то? А, вот мы оттуда пришли, да? Может, в воду прыгнуть? Мы же прыгали в той части, ну, в основной. Ну, давай попробуем. Тихо. Да, ратишка выжил. Так, я тут труп видел. Надеюсь, он не живой, я смогу его обобрать быстренько. Потому что мы вообще реально бомжи. Того персонажа там был страшный арсенал. И как бы это еще один аргумент, потому что слишком было легко. Но тут обратная крайность. Тут вообще ничего нету. То есть у меня тут в инвентаре что у меня есть? Ничего нету. У меня даже аптечки нету. Да, у меня даже аптечки нет, нормально. Все хорошо. А нет, две аптечки вон нарисованы. Две аптечки у меня есть. Две аптечки и четыре трубы. Три из них, которые вообще беспонтовые. Одна еще более-менее нормальная такая. Голубенькая труба. По идее, монстры должны быть моего уровня, поэтому как бы, можно нагнуть. Теоретически, во всяком случае. Они должны быть сверхсильными для меня. Слышь ты, бомжара? Нет.
похоже, это не зомби. Просто человечку плохо стало ему, в общем, да. И он поднагнулся, поэтому нас надо почесать, да. А тут местность другая, смотрите, да? Ну, было сказано, что такая-то сельская местность будет, и, похоже, так и есть оно. Все так достаточно хорошо. Вот так вот. Нужны отмычки. Давай-ка мы... Вот. Вот. Да я крут. У меня две отмычки сейчас будет. Какой я молодец. А, у меня 6 их целых. А, 3 за раз делается, да? Сука. Начинается сама нагиб. Ну нет. Вот. Вот так. Есть. Я крут. Во! Так, это... Как оно тут нафиг? Вот так, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Вот это говно мы все покидаем. Они вообще бесполезны, эти трубы. Они в начале-то основной кампании полная шляпа. Уж тут тем более будет. Тут более все тяжело. Ну да. Как поставить? Сука, я ничего не помню. А, да, вот. Во. Нормально. Сразу поставим его, потому что он... Он более четкий, я сразу вижу. Так, и пойдем посмотрим. Опаньки. А куда нам бежать? Бежать нам прямо. А по дороге я вижу зараженных. И что-то, сука, их очень много. А нам прямо. Ладно, пока что мы не очень крутые. Я не буду ничего придумывать. Я просто убегу. Или нет? Так, пацаны, ну-ка. Что тут есть? Ничего тут нету хорошего. Не, я не буду связываться, нафиг надо. Кстати, хорошее место для прокачки. Потом сюда я. Или даже, может быть, сюда иди. Иди сюда, братуха. Разговор есть серьезный. Ну, свидетелей нету. А, сука! А так, а так, все. Пошел, ноги, пошел. Эй, гражданин. О, девушка, идите сюда. Сейчас, ребят, парочку перебьем, хоть что-то, чем-то разживемся, хоть какими-то мелочами, надо же. О, че ты орешь? А так, сука. Так, никого. Никто нас не видит. Блин, что-то с них лута не богато. Эй, слышь ты? Во-во-во-во. О, у него что-то в руках есть. Пацаны видели? Мальчики и девочки. У него что-то в руках есть. Это что сейчас моим станет? Во, у него труба какая-то. Молодец, слышь. Сейчас, сейчас, тихо, спокойно, братуха, не нервничай, ты чё так прямо? А, сука, на, на. Вот тебе по яйцам, слышь, ты чё так грязно дерёшься, я так тоже могу. Так. Во, алкогольчик, алкогольчик это хорошо, сигаретки. Да. Ну ничего, ребятишки, я потом приду, пофармлю вас, вот увидите. Вижу человека. Это человек. А чё? А, вот же, точно. Да, тут не залезешь, тут у них... А молодцы так придумали, да, такие прямо у них оборонительные сооружения тут все.
колючая проволока. Туда-сюда, ё-моё. А вот здесь можно залезть. Специально, что ли, так сделали? Молодцы. Узнайте о людях, которые не обращаются. Хочу поговорить с главным. Я из Харана. О, контрабандист. Работаешь на это жилье? Не знаю ни о каких контрабандистах. Ищи Джасира. Но запомни, украдешь что-нибудь, останешься без рук. Да ничего я воровать у вас не буду. Вы все равно такие же бомжи наверняка, как я. Вон у тебя даже мачете беспонтово, я сразу вижу. Так. Слышь ты, кепки, иди сюда. Я ничего не знаю. Не подскажешь, где найти того, кто знает что-нибудь? Ищи Джасира, он должен быть в амбаре. Кепочка классная у тебя написана. Paradise. Рай. Парадис, да? Амбар. Это что ли? Слышь ты? Что-то нужно? Ты здесь главный? Тебе к Джасиру. Больше ты с ним не увидишься. Ты слышишь меня? Папа, пожалуйста. Давай все обсудим. Нет и нет. Конец дискуссии. Ладно. Ладно. Эсги, стой, Эсги. Ох, слышь, а у нее нормальная девушка так. Эсги, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, умоляю, не сейчас. Нормальная девушка. Все на месте. А что это у тебя за балахон такой? Не вижу. По-моему, металлика. Ладно, не важно. Во, Джасир. Здорово, браток. Простите за вторжение, но я ищу Джасира. Я Джасир. Ищешь еду? У нас осталось только... Нет, не еду. Я из Харана. Я пришел сюда, потому что слышал, что у местных иммунитет к вирусу. Что они не обращаются, даже если их укусят. Кто тебе это сказал? К сожалению, этот человек уже мертв. Можешь с тем же успехом спросить его. Я тебе ничего нового не скажу. Проклятие, почему никто не хочет мне помочь? Вирус овладел городом, люди гибнут. Но ты-то еще жив. Возьми хлеба, друг мой, и возвращайся в Харан. Здесь тебе не место. Странное место, да? Люди вообще не хотят ни с кем общаться. Не, ну понятно, что как бы выживание туда-сюда, но они вообще ни на какой контакт не идут. И вроде как они и не агрессивные, то есть они и не нападают на меня, но они идут на контакт. Очень как-то холодно. И вроде даже хлеба разрешили взять. Интересно. Лена, это Крейн. Как слышно? Черт, гребаная пустошь. Эй, да, ты, сюда. Давай, подойди ближе, я не кусаюсь. Не бойся, я не такой, как все эти полоумные. Да. Ты не один из них, тогда почему они не пытаются тебя прогнать? Потому что кроме хлеба я продаю еще много всякой фигни. Карл Крейн. Слушай, ты ведь из Харана, да? Думаю, ты всегда встречался с моего друга. Ты имеешь в виду Одноглазого? Точку, малыш Курт. Как у него дела? Он погиб. Что ж, чертовски жаль. Но не скажу, что я удивлен. Ты можешь помочь мне? Курт говорил, что у местных иммунитет к вирусу. Знаешь что-нибудь об этом? Знаешь, я и правда не видел, чтобы местные обращались. Чертовы шизики. Это секта, ей руководит женщина, которую называют матерью. Раньше это была просто безобидная местная традиция. Никто не принимал ее всерьез. А теперь они просто помешались. Все началось с эпидемии. Корябуют везде свои символы, проводят дурацкие ритуалы. Но почему они не обращаются? Все сидят на антизине или что? Слушай, мне теперь нужен новый человек. И раз уж я бизнесмен, давай договоримся, станем партнерами. Ты и я. Хотел что-то купить? Уроды.
Тебе нужна информация, а мне, раз уж Курт откинул коньки, нужен башковитый парень. Я покажу тебе кое-что интересное, но сначала нам надо раздобыть колеса. Тебе нужна машина? Здесь. И где же мне ее искать? На твоем месте я бы заглянул на соседнюю ферму. И сделай все по-тихому, ладно? Соседняя ферма в 300 метрах отсюда. Во, здорово, слышь? А, не против, по-моему, да? Интересные у вас. С той стороны у вас охрана такая. Здесь, блин, воров врата обычные. Зомбаки же пролезут нафиг. Ох, сука. Жопа. Чё это с вами, ребят? А, понял. Пошли вы в жопу. Пошли-ка вы в сраку, ребята, ничего подобного. Даже видеть ничего такого не хочу и знать. Блин, надо сваливать. Если меня сейчас поймают, мне жопа будет. Хорошо, хоть вот эти тут препятствия есть, которые я перепрыгиваю. Их они могут затормозить. Меня-то нет, конечно, я крут. Пока не попался. Похоже, эту часть мы будем больше по паркуру проходить. Ну, первое время. Да, забыл сказать, без оружия туда лучше не соваться. На ферме обосновались бандиты. Ой, ёкараный бабай. Ты забыл сказать? Мне казалось, не таким уж важным это. Ни иерархии, ни отваги. Да, похоже, с тобой не соскучишься. А, да не паникуй. Справишься, слушай, меня ждут покупатели. Дай знать, когда раздобудешь машину. Сука. Так. Ну их там парочка, да, только? Ага, давай. Быстро, Ракутагин. Красавчик! А, сука, тихо, все, ты не встанешь. Я тебе не дам. Да! Я молодец! И музыка хорошая пошла. Да, там. 160 баксов. Такой я молодец. Сука. Жопа. Блин. У нас встает одна проблема. Не слабая проблема на самом деле. Как справиться с бандитами? С зомбаками 1-2, это понятно все, и то, когда их немного. Я вижу машину скорой помощи. В машинах вообще много полезного бывает. Например, в полицейских бывает... Или это не скорая? Нет, скорая написано. Ambulance, все правильно. Скорая помощь. Так. Да молчи, сука. Панику поднимаешь. Так, вроде больше никто не видит, да? Тут главное палево не поднять. Пошла нахрен отсюда! Сука, кто-то подошел! Ох, нет! Я так не согласен. Блин, пыри проклятые.
мудаки. Ого. О. Сука, бомбалейло. What is this shit? Ох, сука, у них оружие есть, оказывается, огнестрельное. А, нет, ничего подобного. Ребят, что делать будем? Сука, надо было старым персонажем. Нафига я удалил? Какой рак? А, нет. Да, есть, есть оружие у них, все правильно. Я правильно сказал? У них есть оружие, а у меня нету. У меня вообще ничего нету. Я бомж. Да умри ты, сука, наконец. Я ж тебя вроде бил в прошлый раз, а ты не умер. Пацаны. Пацаны, дверь закрыть как? Блин, ничего нету. Не-н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 е. Я не согласен с тобой. Пошел ты сраку. Так, они застряли. Это уже хорошо. Есть время подумать над своим поведением и над тем, что мне делать. А что мне делать, я не очень понимаю пока что. Но тут, с другой стороны, да? Если так подумать... Тут узкое пространство. То есть тут шансов-то больше у меня, по идее. Блин, ну у меня же... Не-не-не-не. Пошел нахрен. Жопа? Честно, жопа. Ой, там автомат, нет. Да-да-да, я одного загасил. Но только одного. У меня хп больше нету. Я птичек, сука, нету. Пошел нахрен. Попади ты. Ну попади. И жопа. Да у меня опять все сломалось. Да-да-да-да, жопа полная. Да, сочно. Начинается хорошо. Надо было идти старым персонажем, 30 какого-то там уровня. По щам бы надавал вам, сука. Нужно оружие. Оружие нужно по зарезу. Надо первым делом сюда не идти. Вообще сюда нельзя идти. Надо искать оружие. Только найдя оружие, мы сможем как-то уже противостоять им. А так это бесполезно практически. Вообще никаких шансов у меня нету. Да. Если будет огнестрел, я уже как бы не сомневаюсь, что там все шансы у нас будут их нагнуть. Даже с нашим маленьким уровнем это не важно. Эх. Ладно. Попытка... Попытка не будет сейчас никакой попытки. Надо идти зомбаков, наверное, мочить. Или нет? Сука, а как сюда выбраться вообще?
А где лестница? Это лестница, да? Ой. Или все-таки попытаться загасить их, а? Русские не сдаются. Маленький, сука, пистолетик нужен. Тихо. А если хорошенько подумать? Там взлом, здесь взлом. Давай, 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 давай! Ну, пожалуйста! О, боже! Я мечтаю пистолет найти, любой. Пистолет, дробовик, не знаю, все что-нибудь, чем можно сразу башку снести. Потому что драться с ними не вариант, они очень могучие. Я одного он еле забил за все время. Недолгое время в моей жизни. Хорошо, что тут их нету просто. Я могу как минимум обчистить их и уже там дальше думать. Так. Да, задница. Ничего, я не сдамся так просто. Во! Успех. Попробовать, что ли? Да я везунчик сегодня, у меня трудные замки сходу открываю. Это все мое будет. Орешки тоже мои. Все мое, короче. Эх. Да ладно! Что-то вообще везет с замками. Ну пожалуйста, штурмовая винтовка АК-47. Сука! Я... Да, я был неправ, когда я создавал этого персонажа. А того уже не восстановить. А хотя есть у меня мысль на этот счет. А, да. Иди-ка ты сюда, все правильно. Именно это я и говорю.
Ну давай, убей его, убей, убей! Сука. Ну я убил этого гада зато. Ну блин, жопа, так нечестно. Но зато хардкор, хардкор, хардкор. Хорошо, что я на трудном не начал, а только на нормальном. Ох, сука. Я вот думаю, интересно, а внутри осталось что-нибудь? По идее, если он умер, там может остаться этот. Или я просто мечтаю так. Если его винтовка внутри осталась, я сейчас проберусь в здание аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько так. Все будет хорошо. Я побежу. Не, если я винтовку получу, им точно хана, это даже можно не сомневаться. Уж по хедам-то я стреляю, сами знаете как. Отлично. Да ладно. Опа, Нес. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну, как тебя взять? Во! Сейчас другой разговор пойдет, сука. Одиннадцать патронов в магазине есть. Это нормально уже. Главное, чтоб... А, сука, они в шлемах, они ваншотятся, наверное, в голову не будут, гады, да? Они там с кем-то воюют, я вижу. Хедшот, детка! You was owned! Да я убегаю, пошли нахрен. Блин, они повсюду. Не, пошли вы в жопу. Я убегу. Такой я молодец. Да, ну блин, нет, не зажим. Не зажим! Патронов всего 8 осталось. Убегай, Ракутагин! Нельзя! Сука, поднагнула. Все нормально, пацаны, ничего страшного. Ничего не происходит. Все хорошо. Я прокачался. В конце концов. Патронов нету. Да. Тихо. Ничего, я опытный игрок. Все будет хорошо. Не переживайте. Это просто первая серия. Я немножко отвык. Все будет замечательно. Да не то, что я отвык, просто тут расчет идет на крутых игроков, у которых хорошее оружие есть. У меня такого нету. Вообще ни хрена нет. Я реально бомж. Надеюсь, меня... Ой-ой-ой! Не-н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 е
Пацаны, меня здесь нету. Усекли? Не, не усекли. Да какие-то вы... Вы какие-то чудаки на букву М, понятно все? Пошли они в жопу. Ты тоже иди нахрен. Надо было старым персонажем играть. Теперь я понимаю, насколько я сильно ошибся. Я всегда где-то должен заступить, иначе не бывает. Нахрен, ничего не знаю. Не проломить, что ли? Ладно, давай туда. А, сука, бегущий за мной идет. Какая тварь противная. О, химикат, тут наверняка что-нибудь рядом будет прикольное.
О, сломалось все. Умри, сука! Надо аптечку собрать, ребята. Надо по-любому аптечки собрать. Все аптечки собираем, сколько можно. Я, кстати, две аптечки изготавливал сейчас, или одну. Раньше я две изготавливал. Но это было другим персонажем. Старым. Когда я был крут. А сейчас я лошок полный. Ребят, похоже, мы сейчас не сможем ферму от бандитов освободить. Ну, есть из всего того, что произошло, только один плюс. Маленький-маленький, но все-таки плюс. Это, соответственно, то, что... Так. Там какие-то более сочные жилые районы. Город какой-то. И автобус есть. Плюс в том, что я винтовку раздобыл. Это уже плюс. Другой вопрос теперь, где мне патрон найти. Может, наш тот тип будет продавать. Но опять же, чтобы у типа патроны найти, надо у типа получить патроны, надо как минимум купить их. Он их так просто не отдаст, это ясное дело. То есть нужны теперь деньги. Будут деньги, будут патроны для винтовки, все остальные вопросы мы решим очень быстро. То есть какой там у меня уровень, это все. Это круто, но игра рассчитана еще на игроков, не забывайте, не специалистов в шутерах. А мы-то специалисты. Ну, как бы я скромный, но это так. Ага. Разборка бесхозных машин, разбросанных по всему городу, лучший способ добыть материал для создания, установки, ремонта автомобильных деталей. Как правило, детали военных и полицейских автомобилей качественнее, чем гражданских. Ага, хорошо. Я достал какие-то эти. В общем, я молодец. А их полномочия уже все. Так, резина. А, но это не только этот. Это же те же самые материалы, которые для обычного крафта применяются. Не автомобильного. Все, ребят, нормально. Мы будем править миром. Мы тут всех нагнем. Написано же было. Начните 12 уровня. Я третьим начал. Какой я молодец. Какой же я молодец. Знал бы, что будет так. Начал бы своим там 20 каким или 30 каким уровнем. Вот. Ну так тоже прикольно. Зато мы немножко больше побродим. Потому что сейчас нам нагнуться. Тихо. Да, умри, сука. Умри, я тебе сказал. Ну, пожалуйста, но... Вот так вот, быстренько. Вот тебя. За все. За то, что меня нагибали, я на тебя отыграюсь. Тварь проклятая. О! Емкость топлива, нормально. Ой, хорошо. Не, ну тут лута много, я смотрю. Тут потихоньку. Я пока эту дорогу до конца дойду, я уже тут олигархом стану. Да. Молодой человек меня не видит, и это. Да! Это ему боком выйдет! Все, да? Да, все. Его полномочия уже все. Да? Нет, ты зря. Лучше бы ты там дальше сидел. Давай еще раз. Еще один ударчик. Вот. Тихо. Ну-ну-ну, как забрать? Во. Ну, лутовать тут много можно. Я, наверное, в перерыве между этой и следующей серией полутую нормально надо будет. Просто походить, зомби побить, покачаться и полутовать. Пока мы просто знакомимся с тем, что тут есть. Блин, красивые места, да? Такое набережное тут. Вообще места неплохие, я смотрю. Очень даже неплохие. Сочненько, сочненько. А, пацаны, подождите, сейчас я ключик починю. Ну тут нормально, наверное, будет, да? Ага. О! Вот так вот. Вот так, сука. А что там у нас еще? Ничего толком нету. Загоришься, нет от этого? Нет, от этого он не горит.
Все, все, стой тут. О, немножко черепушка того уже, да. Да блин, задница, задница. Ладно, иди сюда. Кто тебя боится? Никто тебя не боится. А-а-а, ну конечно. Ой, фу, сиськи отстрёмные. Ну, не, вот так вот, да. Короче, не хочу я с ними драться, это жопа, это мне только боком выходит. Сейчас мне ХП попортит, то попортит, это попортит. И будет много проблем. О, я лучше просто тут так, культурно. Так. Ага, ничего. Да, браток, здорово. Так. Ну вот эти не опасные. Главное, чтобы конь кровососа тут не попалось мне. А то это будет полная задница. Кровососы, вот эти бегуны проклятые, терпеть их не могу. Местные зомби-трейсеры. Так, вроде нормально. Что еще полутовать тут можно? О, пацана съели какого-то, видите, там они кучкой собрались. Полиция! Вот это нужная штука. Пацаны, туда! Мальчики, девочки. Ну, какая спортивная, это в шортах. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Ой, жопа, это же будет нелегко. Ой, кажется, кончилось. Да, эту машину мы не откроем, это я понял. Ясно все. Наверняка там патроны, там оружие, блин, а хрен откроешь. А хотя... Да, они все не сбегут. Пацаны, вы же военные, у вас же, наверное, есть это. Пацаны-то военные. Да. Давай, давай, давай. А что это такое? Давай, 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 давай. Все, да? Слышь ты, как это? А, магнитная карта нужна военная, чтобы открыть. Хорошо. А, они сюда не могут залезть. Они пока не видят меня. Это очень большой успех. Ребята, мы нашли военный грузовик. Я нашел ракеты. Так, ну-ка. 90 патронов! Получите, твари. Сейчас я пойду этих бандитов нахрен разберу, блин. Сейчас они все, сейчас уже другой разговор пойдет. Может, какую-нибудь снайперку тут найду, гранатомет, не знаю, бронежилет. Сейчас, вот сейчас пойдет процесс. Я думал уже, не знаю, там все плохо, буду долго. А оказывается, нет. Все, пацаны, знаете, я вам к вам потом, наверное, сюда еще наведаюсь, или может даже сейчас загляну. Подожди, не трогай, не трогай. Че ты к мужику пристаешь, слышишь? Иди к бабам приставай. Вон там одна из шортов спортивная. Вот. Что ты своими руками махаешь? Пошел отсюда. О. Так. О. Ой, хорошо. Ой, нравится мне. Да, конечно, началось все очень по отношению к нам не очень дружелюбно. Так, нас нагнули. Раза сколько там? 5 подряд. Эти бандиты. Но оказалось, если немножко пораскинуть мозгами, не в прямом смысле, да, а в переносном. Вначале-то мы пару раз в прямом пораскинули. Нам эти мозги вышибли. Но сейчас все по-другому пойдет, по-любому. У нас, блин, вооружение столько, что можно тут целый батальон перебить. Ну, батальон нет. Ну, роту одну перебить можно. Сейчас, пацанчики. Сейчас другой базар совершенно пойдет. Завладеем автомобилем. И пойдет на гиф, вот увидите. Не-н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 е. Ничего подобного. Я с такими положениями не согласен. С такой, так сказать, мыслью вашей. Тихо. А вот теперь можно спрыгивать. Спрыгивай, спрыгивай. Во, уровень ловкости повысил. Да я круто, я сейчас все повышу. Навыки.
Ну, кажется, и ловкости. Че это у нас тут? Ловкость, захват. Не, захвата я не применяю, в прошлый раз прокачал говно. Скольжение надо прокачать, это круто, можно где-нибудь проскочить быстренько. Это я использовал. В чем плюс? Я теперь реально буду качать, я уже знаю, что качать, что не качать. Глушающий удар ногой. Удар ногой глушает врага, сфера оглушения врага проще убить. Чтобы использовать, нажмите на мышке, да? В разброс. Пройдите метательное оружие до трех врагов говно. Вот это качаем. Это нужно. Ну, есть шанс нагнуть, в общем. Вы поняли. Удар ногой может оглушить их. И это круто. Это реально круто. Я надеюсь, тут минных полей нету. А то, ну, просто поля красивые. Главное, чтобы мин не было на этих полях. Ну, мало ли. Всякое может. Додумают. Так, девушка. Девушка, мы не знакомы, говорю. О, сиська стрёмная. Так, не. Не-не-не-не-не. Так нельзя. Вот так, да. О, противный. Да. О, такой ты противный. Ох, сука! Не-не-не-не-не-не-не! Ах ты, тварь паршивая! Педики мелкие. Так, ребятки, не трогайте меня. У меня важная цель сейчас будет. Очень такая глобальная, глобального масштаба нагиб сейчас будет у меня. Чё? Они уже с кем-то воюют. Интересно, со мной или нет? Но в любом случае... Вы чё, сверху снизу, что ли, подо мной прямо тут где-то? Нет. Показалось мне просто. А нет, ты смотри, они у меня кидают. Они, гады, меня заметили. Но ничего страшного. Мне-то здесь достаточно удобно будет с вами воевать. Живой гад. Так, уже не живой. Кто тут подо мной? Ползун, да? Бегун этот. Есть! Хедшот, деточка! You was owned! Ага. Они, сука, зомбаков привлекают всех сюда. Это хреново своими гранатами. Ни хрена метать их не умеют, поэтому только одни проблемы от них. Сами они зашкерились, они уже боятся. Так, а эти придурки пока не додумались, как ко мне залезть, да? Чё делать-то? Во-во-во-во, слышь, Ракутагин, стой. Хедшот тебе за это. Так, план таков. Бежим. Вот такой у меня план. Эта сука готова. Так, а у молодых людей что-то тут что? Их тоже особо не видно. Даже не прыгай. Я хлопцев-то не вижу что-то. А ведь они здесь есть. Были во всяком случае. Подожди-ка, ну-ка. У меня какая военная винтовка? А, вопросов ноль. Беру. Военная винтовка. Беру полицейскую. Полицейская круче. Урон больше. Так, зомбаки где-то рядом, но они нас особо не беспокоят сейчас. Помнится, меня один урод здесь убил. Он до сих пор здесь или нет? Нет, никого. Так вообще никого, да? Я что, получается, всех бандюганов перебил? Ну какой я молодец. Ой-ой-ой.
А вначале говорили, вот, 12 уровень нужен, иначе вас нагнут. Ничего подобного, Ракутагина никто не нагнет, я сам всех нагну. Даже если буду 3 уровня. Ну, как бы, вначале, да, оно не заладилось, но... В итоге все-таки... Сука, отмычка одна осталась. Но в итоге-то добро победило зло, правильно? Правильно. Значит, я был прав. Вот. Сейчас все соберем и машину угоним, как положено. А зачем мы сюда пришли? Чтобы машину угнать. Именно так. Вот так вот. Тут, наверное, ничего полезного особо-то не будет сейчас. Мне так кажется. Тоже можно вообще-то это все собрать. Мы это сейчас этому нашему барыге продадим. Уже места у меня, похоже, нету, да? Некуда мне. И пацанчиков, собственно говоря, нету, что самое главное для нас. Пацанчики были нагнуты. И это хорошо. Пацанов я всех нагнул. Стрелять меня больше некому. Все, давайте уезжать. Если что, потом сюда еще вернемся. Если будет проблемы с ресурсами. Ага. Все ясно. Нет? А куда, как? А, секундочку. Сейчас посмотрим. Давай, давай. Вот так вот. Сейчас нормальненько, сейчас поедем. Все, все, я понял, 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 понял. Мы не будем особо нарушать, да, правила дороги? Кан, я достал машину. Кан, ты там? Кан. Да, нормально все, можно ехать. Поворот-то тут есть, я надеюсь, дорога-то направо, налево точнее. Должна быть. Ох ты, жопа-то какая. Тихо, тихо, тихо. Я водитель экстра-класса. Да заглуши ты двигатель, не шуми. У меня там были, я подбирал. Во! Да-да-да, понял. Давай-давай-давай. Где-то здесь было. Чё, уже по-другому? Жадно. Да сука. Ну не успех. Вот. Да-да-да, деточка, сейчас откроем. Слушай, ну насколько действительно вот это трудное. Первый раз такая здесь. Есть! Наконец-то. Ну. Надо говно выкинуть. Так. Разберем нафиг, правильно? Да. Патроны какие-то. Ну, у меня инвентарь, короче, заполнен. Это мне, значит, не нужно. Я уже... У меня уже полномочия, и все, хорошо. Так. А, хрен вам. Меня никто не догонит. Я не могу мимо пройти, ребят.
Ну вы же понимаете, третий уровень, не 12, а третий. Как можно мимо пройти? Я в конце концов жить хочу. Правильно? Ты не пугай так, сука, ты чё? А, жопа, они услышали. Ладно, пацаны, я потом приду, мальчики и девочки. Писец вам будет всем. Да, блин, как не вовремя они тут стоят-то. Чё, мне ворота кто-нибудь откроет? Вообще нет. Я не понял. Ребята? А... Какие игроки? Какое? Никакого совместного режима. Мы компанию проходим. Идите нафиг. Рокутагин! Слышь ты? Эсги. Ты ищешь Каана? Его нет. Думаю, они наконец попросили его уйти. Попросили уйти, да? Наставив дуло. И кто они? Они наконец сделали то, что моему отцу стоило сделать давным-давно, и вокруг сразу стало спокойно. Разве не так? Ты не ответил на мой вопрос. Конечно же нет. Ты здесь по той же причине, что он. По той же, что... Какой нам не дают покоя бандиты? С чего бы нам тебе доверять? Должен же быть какой-то способ. Меня убеждать не надо. Мне плевать. Докажи остальным, что пришел давать, а не только брать. Кстати, меня зовут Эсги. Да я знаю. Пупс, я знаю, что тебя зовут Эсги. Кайл Крейн, Эсги. Ты бы хотя бы подскажи мне. Думаю, тут я могу тебе помочь. Но помни, однажды я попрошу об ответной услуге. Согласен. Недавно грунтовые воды загрязнились. Только представь реакцию людей. Полагаю, ты знаешь, как это сделать, чтобы очистить. Да, знаю, нужно зайти на территорию бандитов. Несколько добровольцев уже было, но обратно они не вернулись. И тебе туда лезть не советую, если жить не надоело. А если надоело, иди вдоль трубы. Правильно, правильно говоришь. СГ, ты мне... Девушка симпатичная, молоденькая, правда, сильно. Ну, как бы не знаю, Крейн, сколько ему лет, может... Может, ему там лет... Самому-то ему 20, там? 22? Ну, так, ничего, можно даже. Ладно, мы не об этом сейчас. Да, леди и джентльмен, действительно, мы не о том вообще. Что я вам хочу сказать. Сегодня мы познакомились с дополнением The Following к игре «Угасающий свет», Dying Light. И знакомство было... Вообще не гостеприимным. Меня нагнули несколько раз жестко. Но потом мы нашли военный грузовик, достали штурмовую винтовку и как в фильмах про Рэмбо. Иди сюда, сука! Да-да-да-да. Короче, всех мы нагнули. Такие мы молодцы. И это только начало, это только начало. Впереди много-много качественного нагиба, это по-любому. Поэтому, если вам нравится выживать в Dying Light The Following вместе со мной, то вступайте в нашу армию. Нагибайте всех, и мы увидимся с вами.